Меня зовут Шатаев Илья, я из города Дмитрово. Я являюсь генеральным директором компании «Система видеомониторинга». И у меня в продолжении данной темы есть вопрос. На какие гранты может рассчитывать малый бизнес Московской области? И самое главное, если получив один раз грант, могу ли я рассчитывать и может ли рассчитывать малый бизнес на получение его дважды? Программа такая есть, как я уже сказал. Соответственно, максимально, по-моему, 10 миллионов у нас, да? Максимально 10 миллионов, а, соответственно, самые маленькие, скажите, Надежда Финин. Вы знаете, мы не ограничиваем, у нас минимальной суммы нет, у нас даже есть предприниматели, которые приходят за субсидии, получают и 100 тысяч, и 50 тысяч. Да, максимальная сумма субсидии 10 миллионов, но нам действительно, Андрей Юрьевич, вы правы, нам нужен бизнес, который зарабатывает, бизнес, который что-то делает. И для таких компаний, как ваша, вот в Дмитрове мы создаем еще объекты инфраструктуры. В этом году в Дмитровском районе мы вводим в рамках исполнения ваших поручений, Андрей Юрьевич, коворкинг-центр. Это объект инфраструктуры, где можно начать бизнес, получить определенные виды услуг. Без особых затрат. Да. Да, именно начать работу в этом объекте инфраструктуры, помогая другим предпринимателям. У нас в 2015 и 2016 году растет количество предпринимателей, которые не просто регистрируют свои компании, но которые осуществляют деятельность. То есть, значит, мы все делаем правильно. Почему? Потому что вот фонд микрозаймов, грантов, грантовой поддержки, плюс льготы. Вы знаете, что если в Московской области зарегистрировал компанию, то первые 2 года ты вообще ничего не платишь, кроме подоходного налога. То есть все эти мероприятия позволяют нам рассчитывать, что большее количество людей будет заниматься собственным делом и создавать рабочие места. Всего порядка 900 тысяч человек задействовано в малом бизнесе. Важно, чтобы эта доля росла, потому что в развитых странах все-таки норма доходит до 50%, доля занятых в экономике. У нас пока она на уровне... У нас пока 25%, это тоже хороший показатель по Российской Федерации. И здесь, Андрей Юрьевич, я хочу вас добавить. У нас растет количество бизнеса, переехавшихся в Московскую область из других регионов Российской Федерации, таких как Москва, Владимир, Тула, Тверь. Мы не будем, другие регионы, там тоже хорошо, но просто приезжайте к нам, мы вас ждем, скажем так.